тренинг – это не просто обучение, это отработка навыков. Вот как раз навыки дают возможность эффективно использовать то, что дано в тренинге. Городу нужна сильная экономика, а без обучения, без новых бизнес-технологий – это, конечно, невозможно. Но основная суть проекта – это то, чтобы люди менялись и становились более открытыми, более искренними, становились ближе к самому себе, более настоящими, более живыми. Вот это остается главным по сей день. Люди через тренинги и семинары имеют возможность быстро меняться. Меняться, расти, становиться лучше, становиться более счастливыми. Вот. И мы это проповедуем. Хочется развиваться, хочется расти и становиться лучше. Прежде всего, хороший повод завести новые знакомства, контакты.